Всем привет! Сегодня тестируется пуля Азот. Пуля, если честно, похожа на пулю Бринеки. Она имеет такие вот зубчики по краям, которые центрируют ее в канале ствола. Вот такой вот экспансивный грибок. Вес пули, если честно, я не знаю, он не указан. Я ее не снаряжал, это заводской патрон. Единственное, написано на пачке, вот в таких она пачках продается. Единственное, написано на пачке, что навеска пороха 2,3. Какой порох написано? Сокол или Сунар, непонятно. Стоит птичка напротив двух абсолютно. Ну, если 2,3, я думаю, что это сокол. Вот. Попробуем сделать три пробных выстрела из ружья ТОС-34Р из нижнего ствола, потому что пуля калиберная. На дистанцию 50 метров. Итак, сделаем три пробных выстрела пули Азот на дистанцию 50 метров из нижнего ствола ружья ТОС-34. Выстрел резкий. Порох сгорает весь. Пробуем сделать второй. Выстрелы похожи. Итак, последний, третий выстрел пули Азот. Пойдемте посмотрим. Ну, вот, собственно, результат отстрела пули Азот. Заявлено заводом навеска пороха 2,3 грамма, скорее всего, сокол. Вес пули нам неизвестен, потому что мы ее сами не снаряжали. Стрельба велась на дистанцию 50 метров. Вот результат первого выстрела, результат второго выстрела и третьего. Вот второй выстрел, это моя ошибка, я явно ее оторвал. Ну, а второй и третий, первый и третий попадения, вот, собственно говоря, это больше похоже на правду. Ну, что я могу сказать? Выстрел достаточно комфортный. Пуля для охоты, пуля тяжелая, можно сказать, потому что, судя по отдаче и навеске пороха, то пуля не из легких. На 50 метров, собственно говоря, если бы я не оторвал второй выстрел, где-то была вот в этом районе, для охоты... Очень даже неплохая пуля.